всех приветствую на моем канале. Мы сегодня продолжим прохождение нашего выживания в State of Decay 2 на максимальной сложности смертельная зона. Проходим мы его с целью выжить 100 дней. Поэтому стрим так называется 100 дней выживания. Есть за это ачивка в Steam, но не ради ачивки играем, как бы, а именно ради интереса посмотреть, как будут обстоять дела у сообщества зомби конкретно, да? Так, на прошлом стриме мы переехали на новую карту, на округ Дракера, потому что предыдущие уже все, так скажем, прошли. Вот, и на прошлом стриме мы переехали на карту округ Дракер, при этом закончили все задания наследия, теперь у меня... Тоже сообщество, но уменьшенный вариант, потому что было 11 выживших. Я их поместил в резерв наследия, вот здесь они находятся у меня. Теперь после определенных обновлений в игре можно создать наследие и продолжать играть с сообществом. Раньше этого сделать нельзя было. Либо ты должен переехать с карты, с этой, да, там можно не выполнять задание наследия, либо выполнить задание наследия и выбрать тех выживших, или всех, или часть из них, которых можно поместить в резерв наследия. Сейчас можно дальше продолжать играть с сообществом, не, так скажем, прерывая отчет дней выживания, который сейчас у нас идет. Посмотрим, сейчас покажу, сколько у меня дней. Вот мы уже, получается, 56-й день идет выживание. Я оставил 4 выживших из 11, те все пошли в резерв, то есть никого я там не погубил, все остались, так скажем, в этом. Крош, привет. Вот, и все остались живы, все хорошо. У нас 4 выживших. Сейчас они будут, так скажем, набирать новую группу себе. Ну и по традиции мы играем в дни выживания вместе с Серегой. Спасибо, нифига себе. Спасибо за ману, Крош. Все, поперли. Крош передает всем привет. Серега, а что это за выжившие получились? Посмотрим. Вот тут немножко прошелся по округе. Стартовые шмотки собрать. Боевой дух тоска появился таинственный бродячий торговец. Зашибись. Ты меня видишь сети вообще? Чего говоришь? Ты меня в сети-то видишь вообще? Сейчас. Я думаю, что дровяную печь установить, думаю, или что-нибудь такое. Боевой дух упал сильно. Да, вижу тебя, скинул. Что, мне 5.56 кончили, что ли? Это ёлки-мотал. Это строитель у меня. Зина какая-то грязная вся. My son used to drag me to Renaissance fairs back before the outbreak. People still did things like that.
One time he bought me this big mace. He called it Badass. It was his last gift to me, but I lost it. Знаешь, такую функцию стоило бы продумать. Какую? Пускать своих жителей этих, как это назвать их, выживших. Просто отпускать. Снаряжаешь, отпускаешь. И с какой-то вероятностью, когда ты создаешь, ну, новое сообщество, на карте встретить такого типа. Ну, хотя бы 10%. Надо поехать в ворот, осмотреться, что там, да. Вышка есть. Так, тебе надо, наверное, эти, да, скинуть. Ты пришел, кстати, приглашение? А что-то я не могу присоединиться. Скинуть эти вакцину. That's a lot of stuff. Че? Вакцина вещь хорошая. Ну и что там тебе еще нужно? Да ничего мне не надо. Сейчас найду. Да ёки, электричество надо вам, блин, задолбали. Где его возьму сейчас? А, там, по-моему, электростанция есть, если не ошибаюсь, недалеко. Или это в другом городе, в этом, по-моему, уже путаю все. Что в поисках Зин? Поиски, начать поиски средневекового оружия. Давай. Вау. Будем искать. Сейчас будем искать средневековое оружие. Она спала. Эй, a friendly face. That's a lot of stuff. Я тебе там вакцину скинул. Средневековое, говоришь, оружие. Интересно. Так. Есть еще. У меня есть алкоголь. Только шотландского виски. Панный ящик. Так, и... Блин. That's a lot of stuff. Чё так тяжело, я, блин, о-о-о. И ничего не взял еще тебе. А чё такое-то? Прикольно, well, навыки выносливость единицы, интеллект 0, сила 0, стрельба 3. Бонус героя, план питания. Я составил общий план питания на ближайшие 2 недели. Это куда эффективнее, чем пускать кого-нибудь попадя на кухню. Общий расход еды максимально минус 75%. Нормально. Это в скобках. Так, и минус 25%. Значит. О, тут у меня... Тут у меня куча всего. Офицер резерва. Я закончил войну крови. Узи, но так и не попал на службу. Моя машина. Блин, тут что-то не так. Ой, блин. Получается, она дает у тебя 75% еды, вся группа меньше потребляет? Это максимально. А. Я не знаю, что значит максимально. Минус 25, максимально минус 75. При каких обстоятельствах минус 75, я не знаю. Какие машины? А, мы не переехали. Нет, переехали. Мы переехали, но машины той нет. Какой? На которой мы ехали. Ну, я не знаю, на какой машине мы ехали. Ну, на ту. Зато вот эта колючая тут почему-то прилепилась. Да вот этот грузовик забрать, наверное.
Интересно. Да-да. Привели, да. Почему? Так написано. Эй, вы можете не одобрять мои привычки, но зато вам... А вам же больше достанется, разве нет? Наличие улучшенной кухни повышает боевой дух. Расход еды в сутки минус 25%. Часто страдает от конфликтов. Короче, она любит хорошую кухню, чтобы у нее была, чтобы туда никого не пускать. Прикольно она, привереда. My son and I came through here on our way back from the Ren Fair. Вот тут надо будет поискать средневековое оружие как раз таки. О, бегут. Старшина, чё себе, привет, спасибо за столько маны. Много маны. Да тут есть у тебя магазины оружия. Ну, наверное, надо. Вот, как по-моему, вот здесь. А армия, вон, видишь, армия Нави или что? А, он пустой у меня. Я еще не так много навыков. Так, а где тут лестница с другой стороны, что ли? Тут написано, что это вышка. Я хочу, говорит, это... Надо еду найти. Или там внутри, по-моему, это, ты слышишь? Кто-то, да, кто-то булькотит. О, здесь... О! Тут у тебя ящик есть. У меня 4 ящика и секретный лут. Лут наверху. Там у тебя. На рогняляк спит, потом такого звук. Ну, алкоголь. Like, now. That's enough looking around for now. I hate crowds, especially zombie crowds. А, это считается 4 ящика там. Короче, тут алкоголь был, больше ничего такого. Ну, ты смотрел, у тебя есть что-нибудь там? О, тут ящик еще есть. Где? Наверху? Да. Блин. Мне показывало, что внизу желтеньким. Я магнум, патроны магнум. If I take out the nearest plague heart, this might just clear up. Если он у тебя закрыт, у тебя там нет ничего, то он у меня. God, I am so sick of plague zombies. Тут надо поискать поиски булавы. Boring. Вот письмо нашел. My son would be glad that mace made a difference to somebody. But who are they? Where did they end up? No place to put that. В записке указан адрес, его, но его нельзя разобрать.
поехали. Скинем вещи. Готовится к следующему рейду. I gotta catch my breath. I need a break. Пойдет. А возле базы толпа ходила, блин, такая здоровая. Там и дикарь, и джаггернаут был, он приперся, блин. Не один тут их про. Ты меня поймает, я конец. Блин. И хера, ты видел, что к нам идет такая толпа? Он меня так хорошо подранил. Ты его два раза дверь оглушил. А, ну из-за того, что он на машине стоит, я не смог его добить. Я еще нет у меня таком-то, да? Есть, почему? Второго уровня, по-моему. Ого, ля, что творится? Смотри. Круто. Вот что там толпа такая пришла, офигеть. Хера себе. Материалы надо отвезти. У меня их дофига. Немножко поднял. А после того, как отвезем, можно забежать посмотреть, где там торговец прячется. Эти записки попродают, задолбали меня. Обычно записка атмосферу повышает, но тут что-то не очень. Не, ну тут нормально была записка, понятливая. Ограниченная версия, блин. Крикун. А он пост уже твой нужен, пишет. И не один, да, страйкер. Это я знаю. Согласен. Ну, надо пока его найти еще. Поистине радиосигнал. Пойдем. Че? Таинственные лекари. Ёлки-моталки! Вы что, так много вас? Вот эта вот толпа ходила. Какое сердце здесь убить, чтобы оно не мешало тут жить, поживать. О, у них тут свет горит. Эй, блин.
Дикарь, блин, да что ты, блин? Да козел какой, а? Ладно, давай сейчас вылезу. Блин, я тебе... Ты... Блин, на тебя бежит, тут у меня толпа такая. Убегай, их подожгу. И этих загорелись, прикинь. Ты там не вылетел? Нет. Нет, нормально. Ну, сразу вышвырнуло эти цели. Не понял. Вышвырнул из игры? Меня бы вышвырнуло из игры. А, не, ну ты ж там какое-то время еще стоишь. По-моему, нет. Ты Катя, привет, хорошего настроения. Ребят, вам прожало, убежало. Спасибо. Там в районе задания есть едальня и оружейный магазин. Нет, там они пустые, короче, на карте. Долбали своими этими. Танковый молот, блин, нет, не валит их сразу, зараза. А куда ж ты? Почему она стояла? Я же уклонился, блин. Да ну, твою мать. Я прицепился, блин. Ну, Мирант, короче, мы вызвали груз с припасами, у него вакцина, нет сил до него добраться, принеси нам вакцину, мы можем забрать все остальные припасы. Может, не успеть. Thanks, friend. I owe you one. Thanks. А, с припасами, давай сходим на него. Далеко. А, да. Okay. No Zeds around, but we can't secure the place with a plague heart close by. Я не понял, где груз. Это что? Нет, вон груз лежит, видишь? Вон груз с припасами. Я не вижу. Ну я желтую метку поставил на карте. Поставь на нее желтую, я поставлю заметку на иногородних. Мне надо персонажа менять, меня покоцали очень сильно. I do not want to know what makes plague territory smell this bad. Вы издеваетесь.
Ну так отогнать отсюда корявую машину. Как тут загонять машины-то? Проехать нельзя. А, тут всего две, блин. Возьми боеприпас. Какие? Мешок с боеприпасом. Зачем? У тебя задание есть. У меня задание есть на материалы. Для каждого. Патронов мало, надо что-то другое взять. И больше в толпе не останавливаюсь. Я еще не настолько сильно выживающий. Да ёлки, ну что за фигня с оружием, блин? Сейчас я выберу. If we don't build a workshop, soon we'll be down to fighting zombies with sticks and broken bottles. Опять, да вы чё, блин? Все на этих. На одних и тех же патронах, что ли? Патроны куча, но все не на то оружие, которое мне надо. Так, поехали до этих типов, короче. Ух ты, блин. И на этом большой просто есть. Ну, да. Компактная машина. Ну, она не такая, блин, это. А он сам это. Вот чем смог. Куда правильно? Привет, Муну. Маша, привет. А, там выезд есть. Так, еще не пропал. Кто? Давай. Сначала кружу с припасами на всякий случай. Ага, блин. Да слезь ты, блин, задолбали. А, ну что за типы, блин? Мы забыли материалы, они же в этой машине лежат, блин. Для задания. Я их перенес. Куда? Синюю. У меня двери нет теперь. Какую синюю? Вот. А я тут бензин, значит я их не трогал. Лежат. Записка какая-то. Это я... Всё. Я перенёс. М16, она автомат. Выживалка, да, Маш? Я, по-моему, стрелял здесь автоматически.
Не, есть одиночные. Поэтому я вот как-то с ними больше бегал. Фиг поймешь, что брать. Патронов ни на что нет. 6 патронов. Да что такое там? Что за патроны-то? Патроны считаешь. Да что, оружие не возьму, оно все на других патронах, блин, те, которые у меня есть. 54-й. День выживания, патронов найти не может. Да елки зеленые. Пошли мы раньше в магазин оружейный снять. Оружие да полно. Только под... Ну-ка, это там. Надо сломать сердце, там будет оружие. Будешь сидеть? А, Что такое? Да не хватает мест. Брак туда-сюда. Чтобы по... Я ж затарился, чтобы этому что-нибудь попродавать. Кому? Таинственному бродячему. Алексис, привет. Маша, спасибо за эликсиры. Не говорил, что мы к нему поедем. А у нас же задание там вон, как раз там я же сказал, поедем туда, заодно поищем таинственного. У нас нападение на базу, блин. Давай, ладно, что, отобьемся. Вот эта штука, груз с боеприпасами, точно не пропадет. А, ну да, за ней можно сгонять сначала. Сгоняем сейчас. Маша, спасибо за ману. Ты чё столько маны мне вливаешь? Ты чё Now's our chance to really kick some zombie ass. Hey. Где сейчас что-то упало, а вон. On your feet. Looks like the dead aren't done with this fight yet. А, чуть-чуть ракет осталось, да? Ну ты что, столько накидала мне? Спасибо большое. Это маленькая месть, хорошо. Приятная месть. Спасибо, Нуна, за розыгрыш. Это странно, она погибла. Это первая же база, все-таки, я думаю, не сильно мочит. Спасибо за эликсиры. Маша, за ману Нуну. Мы победили сырость. Yeah, it worked. Я правильно ходил? Направо сразу поворачивайся. И потом налево. На следующем Т-образном. Привет, привет, старшина. Спасибо за эликсир, Нуну. Они нормально отправляются. Какой здесь трэш творится? Я представляю, что на убийстве сердца будет твориться. А, ну понятно, они боялись сюда прийти. Здесь вот для сердца, короче. Да, посмотришь, что там. Где-то стучится. Где? Вон там, где сердце стучит. Пойдем глянем и уйдем сюда побыстрее. Пока еще ноги есть, ходите. И прям на окушке. Да, вот груз. Что на пусто? Ой, блин. Прибанка машина. Для зомби. Машина с ковшом. Там вакцина должна быть. Вакцина есть одна, да. Все, поехали дальше. Да.
God, I am so sick of plague zombies. Давай, выезжай сразу сюда, вот в эту дырочку, которая справа. Назад, назад, назад. А куда ты поехал? Справа это где? Справа это справа. Справа это справа. Вот там заборе. Справа от машины была дырка, блин, вон там он. Мы куда едем там? Мы же за типов едем. Я знаю, но мы могли сократить дорогу, мы поехали не... Мозги чьи-то валяются. Там какая-то узкая дорожка есть. Да. А ну подожди-ка. Блин, бегут. Косёл. Ну серьезно. Ты же сказал, бежит на нас. Ну что мне делать было? Я не уклониться ничего не могу. Ты вообще тут остановился? Чайца, блин. Еще один, блин. Толпы не было, блин. Откуда вы взяли все? Вообще попасть ни в кого не может. Да ты двигаться будешь? А ну блин, ну хоть заразились твари. Ну серьезно, джаггернаут. Блин, ну что такое-то, блин? Ну никого же не было вообще. И дикарь, вообще не смогу никуда. Где ты, а? Капец, остановились, никого нет вообще в кругу, выбежали. Ну так внезапно не останавливаются. А в смысле внезапно? Я посмотрел, что нету никого. Остановился, думаю, сейчас займем вам пост, блин. Они выбежали из дома там такой толпой. И там же как раз нету чумной зоны. Куда ехать теперь? На перекрестке, ну, налево, ну, блин. И я сейчас еще дальше и направо. Здесь? Да. По ну, тут куча, там. Блин. Сейчас куча в основном постоит. Вернешь направо. На перекрестке. Как карта, блин, не поездишь. Направо. Через непересеченную местность. Да, сейчас вспомню карту, да, Страйка. Там есть объезд какой-то маленький. Маленькая дорожка сквозь скалы. Она правее была. Налево сейчас будет. Налево? Налево.
Сердце, блин. Направо сейчас. Алексей, здорово, спасибо за ману. Не халабуди живут, а? How's it going? Hello. Hey. Что у вас есть? Строительные материалы. Спасибо, Алексей, за эликсиры. You having a good one? Ну, шампанского не хотите. Иски. Понял, Маша, не сохранилась, значит. Да, да и мешок. Later. У них тут обрезки, трубы есть. Да, ну, шалу. Какой-то прикольный тип из военной формы. Где? Ну, в сообществе. Hey there. Come on in and stay safe. Ага. Hey. Ну, этот свободный. О, чё их так много? Их четверо, что ли? Трое вроде. Сарказм его зовут, hey there, кстати, этого типа. Это переработка Мари. Так, сейчас посмотрю, что там у нас. Таинственный бродячий. Ну, поехали, посмотрим. Looks like nobody else is home. But with a play card around, that won't last. Я не вижу. Ну да, не бегает вроде. Следующий вон правее. Маша, хорошая. Алексей, спасибо за победу. Ну, а нет, это не победа на арене. Что тут? Давай посмотрим. Быстрее, он там, значит. В соседнем доме. Прикольно. Эй, мочи гада. Ну, я слышу дикарей. Ну, я видел свет. Да, вон она бегает там. О, дикаря задаю, красавчик. Давить этой машиной прикольно. Кейт, Кейт. You got something for me? Might as well. Блин, у меня все в машине, да? Привет. Смотри, что у меня есть, я пошел в машину. Влияния не так много, чтобы что-то было. Мне много чего интересного. Я посмотрю, что. No room. Только приличного бурбона. Давайте его продам.
Можно кричь, ты мормон. Подустала моя Зинка. Смотри, у тебя открытые боксы еще есть? Открытые? В смысле? Ночная смена. Вторая миновая. Что значит открытые? Среди техники. Она после ЧПО. Сейчас я включу себе этот трон от себя, который у меня. Да блин. Синий, который для всех. А, да, наверное. Да, в смысле, для всех. А, для всех, да. У меня один, по-моему, остался. Посмотрю. Я не видел там. Ух ты, ну ты чего? Ничего себе. Поставила. Ну, у нас потратить 5 эликсиров. Всем доброго вечера написать. Ну, сердце перекрывается. Так, ну тут попукс сделала у меня. И надо этот, слышишь, надо сердце ломать и ставить аванпост здесь. Здесь? Ну, смотри, вот это место перекрывает два, одно сердце. Вот это вот. Значит, где-то вот в этом районе должно оно быть, я так прикидываю. Ага. Скорее всего. Сейчас, либо секундочку. Либо... Да-да. Вот это, которое синее. Ну, а может и вот здесь быть, и вот здесь быть. Ну, тогда, по идее, оно должно дотягиваться. А ну, здесь два сердца, да? Ну да, может, кстати, и тут быть. Нет, смотри, это, мне кажется, близко. Вот там, где ты ткнул, по-моему, там... вот это, да, ты имеешь в виду, аванпост? Тартан Маркет. Да, прошу. Вот. Надо сердце сломать. Давай, поехали. Ну, я могу сам поехать, если хочешь. Пока что. У меня нет места, мне некуда. Ну, давай сейчас я кое-что тут на трое сделаю. Хочешь просто прокатиться туда? Да, сердце гляну. Ну, давай. Ты уже поехал. Блин, сейчас бы вспомнить, как эти права давать сейчас. Ой, блин, где это у меня? Вот управление ролями, понял. С бензином беда. Так, нам твоей метки нету. Или это моя метка? Где моя метка вообще? А, это моя метка. Вот туда, умею. А это ж первая база. Да, вот я нашел его. Я дал тебе супер-супер модерку. Что на 5 минут? Пускай будет. Да-да, я сделал тебе супер модератора. На 5 минут. Удалить все, что весь прогресс. Да не. Мне пока только 2 супер модератора. Ну и вот Маша. О. Кстати, я ж не поторговался с... Let's get down to business. Why not? Having a play card move in must really fuck up property values. И что, ты нашел что-нибудь? Лично. Is that it? Именно просто и готов, потому что побить сердце. Ну, у меня она немножко устала, но я справлюсь. Хотя патронов но маловато. Есть... Но я сильно не рассчитываю, сразу говорю. Я даже вот так, нет. Зингерс ТВ, спасибо за эликсиры и за подписку. Какая шалость, ты что там творишь? А? Так, у меня есть тут это. Я 2 учебника купил по сбросу выносливости. Сейчас я посмотрю, что тут у него есть. Может, что-то нужное мне? Да, вот это вот нужное есть. Блин, ни кофе, ничего такого рядом нет. Сухейт. Сухейт, спасибо за эликсиры. Что происходит?
Ну что, бомби сердце? Ну да, если ты готов. Да готов вроде, но надо его очень быстро ударить. А это оно, да? Самое. Давай проверим. Не, ну которое про... Ты на него наведи, ну, да? Да. Crazy Master, это дикий, это бесконечная выживалка или сюжетка? Нет, здесь сюжета особо нет. Есть сюжетная карта, две карты. Но это так, это сюжет это с натяжкой. Блин, а как ты туда заезжал? По другому вообще маршруту. Я понял, надо бежать. Тут машина какая-то стоит, да? Да, вон. Вот тут где-то? Я заезжал по короткому пути, я не знаю, как ты поехал по этому. Сколько их тут, а? Не, ну мы находимся в самом этом. Не, ну их прям реально дофига стало. Зона-то большая, ну посмотри. Блин, чё? Ты же сам говорил, что я буду их давить этим. Машина, я не буду вроде давить. Я понял. Выживаешь, а пока НД есть, ну да. О, слушай, я так понял. Ну тут заправка рядом есть. Хорошо, что тут заправка рядом есть, но бензина в машине нет. Мне не хватит, скорее всего, чтобы еще. Нет, нету. Меликнур, спасибо за подписку за эликсиры. И у торговца нету. Я предупреждался. Если что, сядешь на этот, на машину. Посмотри, где вокруг еще можно сесть. А не в этом дело, я их планировал давить, когда их скопление будет большое. Я понял. Я этого не смогу сделать. Не хватит бензина на это. Но у меня, нет бензина, еще раз тебе говорю. Надо было его взять. Но я же не планировал сердце лупить. Изначально. Сейчас, ладно, разберемся. Тут прямо вот справа от места, где ты хочешь, есть гаражик. Ну, блин, дикарь. Ты его сбрил? Да. А, все. Бензина остается вообще совсем чуть-чуть. Ну и вообще уже бензина нет, ё-моё, ну серьезно. It's hurting. Don't let up now. That sure left a mark. Есть. Ах ты что? На меня напал. Он один? Неожиданно так. Сейчас я тут разберусь с ними. Я вот что-то не вижу отсюда. А, все. А он поздно.
натворила? 700 эликсиров, ты чё? Спасибо, конечно. Ну, это круто. Ой-ё. У меня все уже, оно прям очень сильно. Так, сердце я открыл. Хочешь, пойдем? Пойдем, сходим, что-то вынесем оттуда. У меня два места есть. Попасть не могу, у меня нет места. Блин, ну ладно, погнали. О, ты выполнил задания все. Пойдем. Как туда проехать по короткому пути? Давай налево сейчас. А тут, по-моему, спуск есть справа, не? Там скалы были, помню. Там можно падение совершить. А, все, это первая база. Ёлки, да что ты будешь делать, ну? Узбагойся, машина. Это налево. Первая база. Блин. Налево. Налево. Это аванпост налево? Че ты вообще запутался? Тут вниз. Вот так? Да. Включай на дорогу. Гаси на оружие. Пусть. Is anybody alive in here? Still a few brainless roaming about. This one's done. Там кто-то есть. Ну, на него наступил и пошел дальше. А я думал, там, блин, есть у нас этот закуток. Location is secure, guys. You can thank me later. And if we want, we could spend some time and make it even better. Сразу улучшим его. Блин, ну ты натворила, Маша, делов. Тем, кто закинул сейчас эликсиры, спасибо большое. Ты решила добить мне, да, этот? До 2500. Я понял. Сейчас я кого-нибудь другого возьму, потому что все уже у меня. Очень тяжело ей бегать. У меня всего два ящика тут. Ну, that's heavy. Так, Сэм у нас кто? Ближний бой, мощь. А ты мощь, стойкость. Но пока ж бить не будем сердца. Нафиг мне генератор. Или полный ящик здесь. Вообще очень много ящиков. А, ну, все, два. Окей, блин, я нашел мешки. Да блин. Получился ходить на. Открытую дверь бежал, зацепил, которая полуоткрытая была. Там... Спасибо за эликсиры. Тео, литр пива, литр пива. Литр пива. Вот это ник. А где мы с глушаком-то? Вот. Need to make this last mag count. Сейчас я нормальное оружие поставлю себе. Да ну блин, ну только что. Ну что я нажал опять? Я говорю, там полно оружия. Вообще у тебя там ящиков, я не знаю, штук 8. Наверное. Оружие именно? Ну в оружейном магазине. У тебя с... рядом стоит огромный оружейный магазин. Иди в тот ящик.
вот это нормальная тема. Маша, спасибо за эликсир. Ты и так закинула 700 на его разыгрыш. Ты куда еще кидаешь-то? Угомонись. KC Fighter, спасибо за эликсиры. Поучаствовать. Скажи, обратно заберу. Так, что у меня здесь? О, я с него стрелял. Набор тревожный чемоданчик. Смотрел? Нет, тут мешок перетаскивал. Два штуки у меня нашел. Сейчас пойду. Оружейный магазин Армел. У меня там скрытно еще не прокачалось, нет. Йо. Это вот круто, да, если свой же бокс выиграешь. Я вам точно попал. 8 ящиков, офигеть, блин. Куда это все пихать-то? У тебя рядом аванпост есть. Куда-сюда. Ну, блин. Да, ну было такое, помню, ты сотку, по-моему, разыгрывала, я же и выиграла. А что ты R15 выкинул? Куда? А, он мне из этого выпал. Возьми себе пока. Забавный ты. У меня есть плотное оружие. Правда, у него патроны редкие. Да, согласен, мне же пока все участвуют, прибыль же идет. Да-да, этот трекер, он Серега заметил, что у меня там валяется. Ух, машина порыпанная. Я собираю элики, а они мне не нужны. Ну, вот разы. Ребята, тут выродок. Это, я так понимаю, правда, Джаггернаут. Да, вон он. Heavy damn load. Медленной походкой ходит там. We picked this place clean. Особо такого прям ничего нет. Я в соседний дом зашел, нашел дробаш и арбалет. Правда, обычный арбалет, не охотничий. Кстати, об арбалетах. Че, блин, это? Там же с арбалета... А, мы с арбалета убили, да? Убитый выродков холодным оружием. Выродков это любых, да? Включая. Ну, мы, ты же убил дняляков, ну и все. Он выполнилось. Надо сердце забрать, да? Надо. Право, где мы едем? На улице. Здорово, Джаст. Еще есть 712. Тут 6 ящиков, обалдеть. Персонаж устал. Эписирио упал. Кстати, кстати. Где ящик? А, я на 12 калибр поставил, блин, этот. Джаз, спасибо за элики. Камила Серега, спасибо за эликсиры. Да-да, принимай розыгрыш. Тут у нас сегодня этот дискотека по розыгрышам. Я тут небольшой сделал. Ну-ну сделала розыгрыш на 200 эликсиров. И Маша сделала розыгрыш, как, ну, не как супермодераторы канала, на 700 эликсиров. Так что разыгрывается 900 эликсиров, по сути.
тут чумные ходят рядом. I got no room for that. That's a bloater. Не ляг. Да, их тут два. Кот, спасибо за ману. All right. Last mag in. Бро. Там слева, да. Какое место? Тут место, смотрите. Потом она как провела. Антиравена, спасибо за, за эликсиры. This spot's all tapped out. О, я на вышку пошел. Давай, да, Фарагосу Лехе привет передавай. Еще раз за розыгрыш. Что вообще там творится? Все сердца обнаружил. Надо будет сходить. Ищу сердце. Да, Лана, спасибо за эликсиры. Ну что-то не знаю, куда делся уже давно. Наверное, пошли. Все, отлично. Теперь он убивает скрытно, очень круто. Ближним боем. На ускорении. Обыскивать все. Короче, он человек лут. Сейчас тут наверх залезу, схожу. И доброго вечера, малышка пишет. Привет, малышка. Тебе доброго вечера, приятного просмотра. Участвую в розыгрыше, тут много сегодня разыгрывается. Сейчас я подойду. И я, блин. Так, я вернулся. Что там? Ничего. Это же есть таблеточный пресс нашел. Ну, когда раскачивался, сейчас пытался. Так, вообще нет. Ну что? Да нет, просто... Не знаю, я бы... Ну, блин, я как представлю, сколько нужно сделать, чтобы ее перевести в этот... в легендарное сообщество. Просто на среде закончить. Видишь, они могут бесконечно у тебя находиться там, блин. Тебя можно, конечно, взять тупо, и когда раскачаешься здесь, потом зайти просто за один вечер пройтись по сердцам. Чисто сердце за сердцем. Ну да, да, можно так.
кем. Здорово, здорово, Серега. За пятую награду. Спасибо за пожелание хорошего стрима. Смерть арты. О, ничего себе, ник какой. Спасибо за эликсир. Привет. Тут уже три мешка. Ты там что ищешь? Я вообще просто бегаю, собираю. Мне ничего в сообществе нет. Там пусто. Не знаю, я уже все вокруг вернусь. Осталось только сарайчик. Ну, я тогда вот тут ближний дом пообношу. А он пустой. Ни хрена нет. Почему он не стал? Деталы. Так. А у меня медика нет, прикинь, в сообществе. Пошел вон отсюда. Сказал ты медику. Где-то он дышит. Ну, блин, я уже не знаю, где он уже все. Просто побегаю. Потом. А, вон пузо. Покачай, да? Угу. Спасибо, Серега, за ману. Да, сегодня девчонки у нас это банчат. Исполняю. Маша с Нуну сегодня у нас разыгрывает кучу эликсиров. Заправка есть. Так что давай, присоединяйся, Серега. Составим конкуренцию. Not bad, but not great either. Я имею в виду не разыгрывать, а именно выиграть. Походу толпа идет. Сейчас едят. А я дверь закрою. Блин, а у меня ящик. Смотрел мегамозг? Не помню. А, тут же Гернаут сидит, ходит. Крош, спасибо за эрики, нифига себе. Мы сейчас эликсиром закидайте. Старшина, спасибо за ману. Так про дверь сказал, я вспомнил момент, когда он дверь машины схватил. За дверью сидит, раз такая. Давай глянем, что там за задание есть. Обычай гостеприимства и таинственный брачный торговец. А, и сердце, да, разобрать надо. Ты не забирал ничего туда? Блин, а ты его открывал вообще? Да. Я же бензин туда брал. Я вообще не подходил. Я не хочу. Я, короче, ты иди, а я к тебе сейчас приеду. Радиокоманд на поезд сдающий новичков. Ну да, кстати, как вариант, спасибо. Тут страйкер подсказывает найти выживших. Найдем. Что делать с враждебной группой, спрашивает Крызимац. Мочить их. Ну, если они не мешают, может, ничего с ним. А когда в конце наследия будешь делать, ну, завершать прохождение карты, то, возможно, с ними придется в любом случае драться, поэтому... Их можно сразу твою ликвидировать. Что там? О, тут крутая винтовочка и Гладиус. Гладиус Титана есть. Он 4 весит. Винтовка, короче, 50. 3,2 фунта он весит. Да, по-моему, 4,2 весил. Ну, я помню, что он тяжелый, он мне не подходил за своего веса. Ну, описание. Слушай, это же легендарный меч, он совсем как у того парня в том фильме. Ну, помнишь, он там Гладиатор играл. Как же это фильм называется? Черт, отличное кинцо было. Брок, местный победитель мечей и придурок. Брок. Не пойму, где ты находишься.
Я в сердце. Подожди. А тут кто? Таинственный бродячий. Это ты не туда приехал. Подожди, сердце ж там, точно. Отличная мина. Ой, я бензин нашел еще один. Заразоралась, гадина. Покромсал. А что ты за машину ты взял? Я думал, ты на нашей машине приехал. Я ж на заправке был. Ну иди посмотри, что в сердце можешь забрать. Ну, М-ка, которая на 50 патронов. Не знаю. О, тут есть ящики всякие. Давай тебе скину. О, не, болтики, я надеялся, что их есть. Болтики. Вот сердце, вот, вот здесь. И тут ништячки, ух, и ништячки всякие. Все, я уже ничего взять не смогу. А, нет. А у меня еще не я сюда, ребят. Okay. У нас Маша не испорченный персик. Вот эти штуки можно взять. Вот это взять. О, у нас сообщество дружелюбное нашлось по рациям. Больше я ничего взять не могу. Хочешь, по-моему, тут быстро спуститься. Я не знаю, Гладиус, он выглядит прикольно. Классные характеристики, но вес у него чересчур. Чё, ты все забрал отсюда, что смог? Что смог забрал, пошло, понес это все вниз. Слушай, а где наша машина основная вообще? Ну, возле вам просто стоит. А, вон она стоит. Где-то дикарь ходит, я не слышу. I'm a little winded. Все забыл? Нет, не все. Блин, она стреляет очередями, нафига мне такая винтовка? Да, а, ну, блин, все же обороны базы нет. Хотел сказать, для обороны базы. Ладно, пускай уйдем. Вырубался в части. И толпа идет на нас. Надо сюда валить, короче. Садись на машину, заберешь меня сверху. И поедем. Что забрал? Да, без разницы. Можем на двух. Поехали, вот там метка, это новое сообщество. Познакомимся с ними. Ну, ладно. Быстрее двигайся, за тобой еду. Есть там спорт, да? Да. Все-таки она такая себе в управлении, блин, кто и привык уже. Зато на этой машине очень удобно давить этих. Торговец с редкими навыками появился. Лихенологи всякие. Город встречает прям как. Зирекс, привет, спасибо за эликсиры, привет, Хакс, спасибо тоже за эликсиры, спасибо, Зирекс, за ману. Элвер Галагра, 27 сантиметров, тоже спасибо за эликсиры.
Только сразу людей с эликсирами пришли. У них еда, материалы, генератор. Поприветствуйте сток и бродячих туристов. We're making some nice progress around here. Так, есть, цель достигнута. Материал, еда. Ну, еду возьму, наверное, как будет. Переработка, блин. Этот парикмахерская... Я нашел. Да, за сарайчики можно побыскивать. Что, я тут по народу привел. Лучше не обидеть. Как раз. У меня такой интересный пистолет, посмотри. Вот она вот там стреляет с него. Пусть такой у меня. Сейчас перестанет стрелять. У него висит, вон, видишь? О, прикольный. Сам с прицелом. Нифига себе. Угу, маленький прицел. Миа Милан, спасибо за ванну. Я не думаю, что сейчас пускать есть смысл. Я пущу на следующем стриме по калибру. Как сказал Паша Летсплей Калибр, он сказал, что ракету надо пускать в первые 10 минут, потому что она действует в первый час стрима. Что-то такое у меня. Ну, не мне, а просто на стриме, так сказал. Ну, чтобы не зря, как бы. Чё? Блин, ничего же не сделаешь, чтобы повысить боевой дух. Ну, у меня уверенный, в принципе, желтенький. Так, еще у нас есть новые прибывшие соседи. Поехали до редкого, найдем. Он рядом с нашим аванпостом находится. Чтобы сразу смотреть, что у него есть. Да, я с ними пообщался. Вот классно, если он там возле этого находится, прямо возле аванпоста есть домик. Это же его искать не надо, он прям показывает. Нет, находится. Три места. О, да? Как и там, да. Вон, три у меня. Да? Да. Вот такой вот же, как и таинственный бродячий, только этот будет технологию всякую продавать. Если тебе что-то надо, скажи, я у него возьму просто учебник. Ну, я вот думаю, у меня есть классный персонаж, надо что-то и классно сделать. Ну. А как его сделать? Рыбная ловля или хинология, что ей подойдет? Она, получается, вообще будет какой-то... Вот здесь. Ну, там. У меня есть кемпер. Блин, это тяжелый. Рюкзаки классные, но они тяжелые, блин. А у меня есть три семерки. Надо? Три семерки по одному фунту. Все равно я не пользуюсь. Ну, я все равно не пользуюсь. Дать? Они же классные. Я согласен. Но мне восьмерки нравятся. Можно бегать. Но это одна ячейка, зато... Тебе надо? Сколько? Я могу тебе отдать. Что они мне лежат? Эти вообще лишние, то давай. Да? Чё? Где ты? Так, значит, я тут у него пока. Два спальных места, два медикаменты. Позволяет персонажу произвести для рук и на 2 единицы медикаментов. Серега, спасибо за эликсиры. Спасибо. Кто там? Башок, потик. Спасибо. Подожди, за эликсиры. Чё?
Смотрю, рыбная ловля. Рекинология, она что-то же еще дает. Carrying this much might be a bad idea. Ну что, там не написано разве? Не написано, что дает? Тут написано, но, по-моему, что-то у нее два навыка. По-моему, она производила что-то, то ли еду, то ли что-то. А, она медицину дает, да? Блин, мне где-то описание было, но я чуть-чуть не найду. А нет, это же этапы, он покажет их все. Куда его положил, только не пойму. Hey, how's it going? Малышка, спасибо за эликсир и за ману, спасибо большое. Алексис, спасибо за ману тоже. Куда ты от меня убегаешь постоянно? You ready to do this? Sounds like a plan. Так, что у него есть? Гигиена, вот неплохой навык. Так, ты меня слышишь? Да. Ты так начал. Ну, у меня что-то подкрутился интернет, да. Психология сна, рыбная ловля, лихенология. Ежедневно 2 единицы медикаментов дает. А это второй аккаунт жены моей, Раечка. Это я. Чат с него смотрю, чтобы заодно и там параллельно копить ману. Лан, спасибо за подписку. Дед, ты говорил возле базы Страйкер. Эти записки были где-то. А, вот тут. Смотрю сейчас, секунду. Посмотрю, что он дает. Дополнительные медикаменты, знания садоводства и травничества. Это хорошая тема. Садоводство дает. А что дает этот? Рыбная ловля. This is gonna slow me down a bit. Они написали. ОКП, рыбная ловля. Дает дополнительную еду и больше ничего. Yeah, I got no room for that. Ну, рекинология покруче будет. Она, а, вот почему я помню, что садоводство он развивает. Он может поставить сад, который дает еду. И медикаменты, блин. Вот почему. Там можно... ну, подожди, это у фармаколога, по-моему, такая тема, возможно, или у кого-то еще. Он, типа, лихенология все заменяет. Да. И взять ей надо будет, по-моему... Вот это прикольная девчонка. Алексис Прет. Я тогда беру, да? Давай. Она будет интересная вообще персонаж получаться. Любит всех выгонять с кухни. Любит, когда кухня комфортная. Видишь, как я вам покачал. За 7 единиц влияние могу. You ready to do this? Sounds like a plan. Приступим. Отличный план. Так, где ты там? Ты вот этой будешь брать? На. Нет, брать я буду его другой. You interested in trading? Это не Алексис, like plan. Это Морган, который играет в пинбол, не теряет надежды. Боевой друг группе плюс 4. Я полно влияния? Ну так, есть. А уже не так. 2500 осталось.
Я вот пытаюсь... А ну-ка, сейчас я... А какой навык там? Это обычный зомби, так тебе... Который это звукоизоляция. Угроза зомби минус 3. Минус 3 это ж вообще ни о чем. Так ведь? В принципе, да. Просто там плюс 50, а твоего минус 3 там не убудет уже. Сколько у тебя сейчас угроза зомби? Угроза зомби у меня плюс 5. Командный центр дает плюс 4 только. Просто я хотел как-то попробовать создать сообщество, в котором будут все вот такие вот типы, которые имеют навыки на снижение звукоизоляции, посмотреть, как это будет работать. Так, надо куда-то чухать. У нас есть... Кто это? Давай нам. А, торговец. У нас есть по пути эти... А, это нет, на базу сначала надо ехать. И там, и там типа есть. Ты не помнишь, что мы сможем проехать прямую на базу? Вот, это опасно. Я не помню. По-моему, можно, но я вот не помню, в каком месте. Вот сюда надо ехать. Вот здесь направо повернуть по дорожке и все. Так, а как туда доехать? Ёлки-моталки. Короче, нали нам сейчас по дороге и в окружную. Блин. Поэтому я хоть спрашивал, можем ли мы сократить. Подожди. Ты ж там по пути ехал, какая-то была это. Давай назад сгоняем прям вот 600 метров. Полный бак надо им предоставить. Тут есть где-то заправка? Ты же говорил, тут заправка была. Да, на сзади. В обратном направлении. Я понял, сейчас тут посмотрим где-нибудь. А бензин кончается? Нет, нет, задание возникло. Полный бак вот этим вот новым знакомым нашим. Вдруг они хорошие будут нам. А блин. Какие-нибудь типы. Яка, спасибо за их. Тут тип взорвался, ты мне этого не сказал, чуть не влетел. А у меня не взорвался он. Ты проехал, он взорвался. That's good to hear. Keep yourself in one piece, kid. God, I am so sick of plague zombies. Так, ты что у нас там? Заправка? Не походу, знаю, да? Где заправка есть. Где? Ну, не знаю, но похоже на заправку. Может, вот это что ли? Не. Нет, вон там он. Тут, вот, подожди, что это, где-то магазин. Поехали, покатаемся. Да вот заправка, вот здесь, вот. Вот она. Желтая метка, я помню, по карте. Блин. Конечно, нечисти тут теперь много. Там могут быть О, этот тут что, нету? Город держит одно сердце, понял? Весь вот этот городок держит, да? Одно сердце. Круто. Написано, по-моему, что ни хрена тут нету. Нет, у меня белое. Эти здесь. Три ячейки. Бэйнг, спасибо за эликсиры. Он бензин. Оу. Ну, что-то обмахнул. 55-й день выживания. Что-то не сильно не стоит делать. Нашел. Сейчас я.
и материалов еще есть. Вот и вас, спасибо за эликсиры. Капец, ты их топором рубаешь. Найти это сердце. Назад надо, надо сразу найти его и все. Давай найдем сейчас. Налево, назад, направо там повернешь. Оно либо чуть-чуть левее, либо вправо. Скорее всего, вправо. Ну что, здесь где-то? Не-не-не. А, что тут есть? Тоже заправка какая-то. Вот тут налево поверни. Вот тут в этом доме, да? Не, ну, вот оно. Чуть-чуть, вот, рядом, да. Ну, в крайнем домике, понятно. Вот оно одно держит весь город. Это замечательный городок. Тут база есть на 5 человек. Стоянка грузовиков Баранка. Ну я помню эту базу. Ну прикольно, если так посмотреть на нее. Она лучше, чем та, на которой я сейчас. У нее там контейнеров полно. Огородик там. Помогу им сейчас. Ксерия, привет. Слушай, а луна здесь, я вот не помню. Была? Да, это же она и светит. Такая большая, что не помню вообще луны нафиг. Так. Remember, stay safe. Театр и ужин. Боевой дух и еду они мне приносят теперь. Угу. Ты знаешь, я не помню луны, наверное, в этой игре. Да была луна, я постоянно не смотрел, что там, говорю, вот она светит теперь. Если она на нее так... посмотри на нее внимательно, она движется постоянно. Да, движется, и она такая интересная. То есть не просто, знаешь, как объект, а видно какой-то сферический. Ну что, да. Все, можно ехать. Да, теперь на базу. Как? Как приехали, так и поедем. Мака. Блин, давай поехали. Ну, на двух поедем? Ну да. Погнали. У меня набор есть, кстати, можно попробовать улучшить эту машину. Она становится, знаешь, такая. Так, подожди, как мы едем? Налево сейчас. Я понимаю, вот так вот и налево. Ну тут КПП есть. Может остановиться, осмотреть. Он у меня пустой. Смотри. Да, он момент. Ну, у меня не пустой. Так, прямо, 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 так. Давай, едем прямо, и вот, вот на вот этом повороте мы поворачиваем на узенькую дорожку. Куда ты вышел? Залезь. А-а-а. Все, прям. Она, блин, такая сложно управляемая, но вот именно когда сердце бить, вот она очень классно может давить на боков, значит, потому что она разворачивается почти на месте. Ну да, да. Что ты тут? Дотянул, а что там, Бенз? А да. У меня уже, кстати, этот персонаж того. В принципе, не сильно устал, устал. Машина не сильно-то и нужна. Да, тубы найти, которые у нас осталось на, том, на той карте, получается. Всё. Быстрее? Тут вещи хотел их взять. Они сейчас перелезут. Да я понимаю. Ладно, поехали. Один ящик у меня там остался. Ну что ты? А что за ящик-то? Да не ящик. Может, а раскидать мешок. Их? Мешок. Я там остались материал. Блин, вот это не нравится, серпантин. Слишком много лево-вправо.
Ну что поделать. Зато короткий путь. Я помню, как-то тут ездил, тут типы постоянно в Джиггернаут ходил, короче, тут не просто там вот эти одинокие зомбари, блин. О, ты видишь, что творится? Вот рядом пожарная часть есть, а мне всегда много всего интересного. For now. I still got it. Где ты, гад? Выходи, постукаемся. Now go for the head. Так, его холодный надо убить, да? Блин. Да блин! Ты так сказал, я уже нажать успел. А, выродков, да? А того можешь убить холодный. Не, пузатого я не буду убить холодный. Карку Гаспарян, привет, привет. Тебе Карку. Так, что у нас там на трово? Маша, спасибо за 30 эликсиров. В дальнейшем подключать рачку. Джастрайдер, спасибо за эликсиры. Ну, так я же подключаю, в смысле, она подключена. По факту. Зинунев, спасибо за эликсиры. Логитек, спасибо за эликсиры. Троил, короче, этот. Погоню за призом. Нет, она похожа на DZ, может, только внешне, а все остальное здесь по-другому сделано. И совсем... Ну, то, что выживалка только, и все. Здесь по-другому построена игра совсем. Надо как-то сесть, просто почистить инвентарь. Разбирать его. As long as even one of those damn play carts is left, I won't sleep well at night. А? А чё так долго лечимся? Чё это мы так долго лечимся? Чё мне полечить? Не медик, а не... Кто у меня вообще? Подожди. Знаток спорта. Гигиена. Ну, это хорошая тема, гигиена. Фармаколог. Почему у меня нету этого? А, химия, фармакология. Let's make some more storage space before we start losing stuff. Брайан пойдет на разведку. Анимешник. Фу ты, блин. Анимешник. Хорошая арена была. Спасибо за эликсира. Да. Прям на арене там что-то прям побились. $30 на 12 000. Ничего себе. Да, прикольно. Видать, с каким-то стримером прям мощным попали. Gotta be quieter. А кто у нас? Кто у нас? Где вы? Вот. Блин, дайте мне с Сэмом поговорить. Я возьму вот этого типа. Брайан пойдет в на охоту.
Надо задолбать сердце, наверное, да? Hey there. Ай, верно. Которого там, говоришь, одинокая. А то в том городке стоит. Ну да. Он не родок, прикольный. Но на него идти, а нет, не он. Приходил. Кстати, у меня есть... А, дробаш я возьму. Что я что-то сижу, думаю, что такое? У меня же стоит пресс на эти патроны дробашные. Знаете, кого просто с борту плюнул. База грузовиков баран. Вы что, переезжаете? Не знаю. Ты человека сколько сейчас? Пять? Чини, я никого не взял, еще четыре у меня. У того типа возьми сообщество. Все равно ничего не делает сообщество. Какого типа? Который... На тебя в молодости похож. Это в каком ты такого видел сообщество? Который по военной форме бегает в этих. А я не помню, что у него за навыки. По-моему, он пустой. Это не онлайн игра, это игра в кооперативе. Здесь нет возможности взаимодействовать там против людей играть там и так далее, каких-то других. Вот в этом сообществе он живет. Как вам? Че, поедем то сердце бить? Освободим город. Да. У нас что там, никто ж? Нет. А, подожди, обычаи гостеприимства. У нас задание есть вот здесь вот. Типами познакомиться. Что такое, блин? Почему он так тяжело ему? Надо сбросить в этот. Тут как в коопе можно играть спокойно. Леди Виктория, спасибо за подписку. Фолки Бак, спасибо за эликсиры. Анимешник, я понял, что ты похвалил. Чё говоришь? Поехали, чё? Я ж сижу. Так, нам обратку же, да? Подожди. Чё прикольно, новое сообщество, там нет ничего выбирать. У меня даже огня нет, чтобы кидаться, если чё. Поехали. Правильно же еду, правильно, да? Давай по... А, там город, неправильно ты ешь. Почему? Там город. Так там типы. Какие типы? Ну вон же задание. Встретись с Джозефом в угловом коттедже. А всё, я думал, мы на сердце едем. Да, на сердце, но вот эти... Оно висит уже минут 15, задание сейчас исчезнет. Это дружественная группа. God, I am so sick of plague zombies. Будущее, наверное. Ну, что им надо? А, не знаю. Может, сейчас скажут, типа, вы там, типа... А что, блин, все цивильно. Еще бегу. Staying safe out there? Okay, let me explain it to you. Мы собрались в одну базу, вы уже стащили все нужное. Мешок с материалами хотят. Блин, знал бы, притащил бы сразу. Так, а где моя машина стоит? Ну, которая она осталась. Ну, вот сюда сходим, там материал есть по-любому. У тебя есть это? Ты взял в руки этот? Как его? Гладиус? Гладиус нет. Да, я пока с ним вот этой штукой побегаю. Так, надо его сначала взять. Я помню.
Блин, было такое, что тут было уникальное оружие с уникальными анимациями. Так и не было само. В смысле? Домашний не как обычно, Маш, а с уникальными атаками добивания, с такими вещами. То есть Гладиус немножко по-другому бы работал в руках. Тоже скрытность еще не прокачана до конца. Еще час, надо посмотреть, но я не смотрел. Мне комплект нашел. We might want to clear out a few infestations before things get really bad. А где? А вот. Нашел мешок, можно идти. А я нашел стационарный миксер. Я теперь не пролазю. Я тут пролез, когда шел сюда, с мешком не пролазь теперь. Я не знаю, как туда мог пролезть. Это игра... кооперативе, то есть в онлайне можно играть только в союзе с, ну, с, там, с друзьями своими, да, а именно против людей здесь не играется, это не онлайн, это я поэтому говорю, DayZ это совсем другое. Good to see you. All right, sounds good. Oh, yeah, of course. You're okay. You can hang here. Не понял, вы что-то вообще торгуетесь? Yo, wanna trade? I don't see why not. Хрена у вас тут этих всяких. Я вот это все вот заберу. Staying safe out there. И... Араб. Араб, тирнейм. Поехали. На базу? Да, надо выгрузиться и ехать на сердце. Сердце прям вообще под боком. Так мы на той же едем, которая дальняя или нет? Я сейчас стою, я правильно поставил? Базу? Сейчас посмотрю. Да. Да и там вот сердце было, где мы сейчас лазили. Я знаю, ты хотел освободить городочек. А я, ну еще начну потом стрим следом. Мы сейчас доиграем вот, и, наверное, сердце забьем и закончим. Поэтому мы успеем еще тот бокс доиграть. Слышу, где он? Там буквально минут 10 перерыв сделаем. Он сзади. Блин! Он слез. Задом будет сложно, его на передок его бери. Есть. Отлично. Тут все это, две стоянки, блин, прикинь. Да? Здорово, пацаны. Дай мне меч. Буду им махать пока. Посмотрим, насколько он классный. Я могу туристический рюкзак синий бирюзовый на 8 фунтов. Ну не знаю, я коллекционирую, конечно, рюкзаки. Я, ну может быть он там мне цвет понравится, может туристический. Какой он? Туристический. Нет, цвет какой. Сейчас посмотрим. Дядя Гоу, спасибо за рексиры, привет. Он, по-моему, синий. Не пойму, цвет не вижу. Или зеленый. А ну посвети. Бирюзовый вот. Такой. Нужен такой тебе. Давай. Я тебя скинул. А я не могу. А, я уж на это скидывать. Давай помашем, посмотрим. Не, ну выглядит, конечно, пришка. Ну, по идее, он должен быть легкий. Гладиус, короткий, легкий меч. Ну, легче, чем эти, друзья. Да что ты, блин?
На земле, чтобы остатки оружия найти. Так. Значит, нам сейчас надо прям направо уйти, да? Резко. Сердце будет вот то, да? Я не знаю, можно ли как-нибудь по-быстрому вот это место преодолеть без вот этих всех. Ну вот сейчас направо, ну, по тоненькой дорожке, а потом просто я прямо. Я предлагаю посмотреть так. Езжай сейчас прямо. А там мы вместе посмотрим. Ну, прямо, это не направо, а прямо. Да, вот, не, в обратно, подожди. Да, все правильно, правильно. Прямо езжай. Не сворачивай никуда. Сейчас попробуем там найти короткий путь. Ну серьезно, это дорога. Это карта такая, я помню ее, что здесь мы короткий путь как-то искали и уперлись там в пропасть какую-то там. Непреодолимые так, скалы. Прямо езжай, съезжай с дороги. Левее. А, здесь мы не проедем, Серег. Я ж не говорю, езжай, если скал, левее возьми. Да блин, тут. Я знаю, здесь есть спуск. Вот тут вот есть спуск. Давай по этому спуску вниз. А надо пройти вот тут и подняться потом. А, вниз. Чё ты? Да блин, что с машиной? Она какая-то это, неуправляемая, блин. Любая кочка ее передергивает так, что. Ну что, да не, нормально вот на выехал, чё ты. Сейчас что, по дороге? По дороге налево. Я просто не знаю, можно прямо проехать. Ну, давай попробуем прямо проехать. Ой, блин. Не тут, тут скалы. Прямо, не покатаешься, да? Да, уже тут, блин. Мы пока что едем. Нет, это мы уже съехали оттуда. Мы уже пересекли этот момент. Ну, дикарина бежит. Пусть бежит. Ёлки! Ой! Понял? Вот эта вот пропасть не та. Выехали там оттуда нормально. Но нам в любом случае по этой дороге ехать пришлось бы. Ладно, поехали. По дороге направо и поехали. Булыжники эти задолбали. Ну как тут проехать, блин? О, нормально. Я уже думал, все. Замуровали демоны. Еще прямо, прямо, прямо. Будем по новому маршруту ехать. Заодно проверим, что у нас тут творится. Два сердца здесь будет у нас, да? Вот, ну, слева, да, сердце, но. А, тут направо все уже по-другому будет. Почтовое отделение. Теперь все время прямо. А, знаешь что, тут сейчас направо поверни. Где? Проехал ты. Поехали рубить. Там тоже сердца, походу. Нет, тут не будет, там не будет сердце. А не, будет одно. Тут где-то либо тут сердце будет. Эвакуационный центр. Блин, серьезно? Оп, ё. Давай его сейчас машина расхерай. Блин, ты машину сейчас расхерай. Нет, задний, задом нормально вот все. Он же там. Блин, туалет меня. Ударил дверь вот этого. Ладно. То, чтоб сильно не париться с ним. Сейчас посмотрим. Так, у нас победили в розыгрыше старшина, Рикзист, Крош и Зирекс. Да, да, да. Точно. Поставишь туда это? Светильник. Светильник нам. Как же без Рикзиста и Зирекса, точно. Я эти давички, я думал, буду. Че он такой жирный? Это Джиггернаут. Игра называется Джиггернаут Эдишн. Как раз таки. Это такой толстый зомбарь, которого, блин, очень долго можно и нудно бить. А если вот эти вот всякие красноглазые еще вокруг него бегают, так вообще запаришься. Но мы решили его по-другому ударить. Машиной. Здесь зажигалка есть и... Ну я смотрю, спрятаться есть. Аж
очень много есть где спрятаться. Перца на убийц с помощью клинкового оружия. Давай, на третий раз я пойду. Я понял. Fuck, my eyes are burning. Здорово. Блин, я в машине катаюсь, короче. Не-не-не-не-не! Мою мать! Мою мать! Что такое? Вот сидеть в машине, блин. Да ничего, просто хотел раздавить их машину, а я прицепился зомбарь к двери. Я второго, ну... Капец, тебя там обложили. Да что он так прыгает, стоит? Это лучше еще. Так, сколько раз ты его ударил? Уже два. Сейчас его, на его там чуть-чуть осталось добить, потому что я его поджег в конце. Дикаря нет. Угу. Мне пока ничего не дает. Ты можешь поджечь меня? Могу. Давай по счету три. Раз, два, три. Классно получилось? Да офигенно. Сейчас все сгорят. Уйдите от меня. Сейчас помогу, чё? Он уклонился от моей атаки. То есть я бью, он раз наклонился. Понимаю, так, мне надо убежать от вас. И где-то сануфиться. Хаги-баги, спасибо за рексиры. Где он? Black Knight, спасибо за рексиры тоже. И Сав 7, спасибо за рексиры. Так вышел, берет. Ой, блин. Да блин, что происходит? Выживешь? Он... Блин, да что происходит, блин? Здесь какие-то забагованные места, блин. Мне начал экран прыгать, короче, и... Бля, бегут. Задолбали, блин. Что ты, орёт, стоит, блин. Еще одно, да, сейчас такое надо будет как-нибудь грохнуть. Офиг. Надо тоже их сжечь, походу, слышишь? У меня ничего. А, в машине есть зажигалки. В багажнике. Я могу зажечь, у меня одна осталась, блин. Капец, его отбросило. Я пошел на машину. Я их пока держу на себе. Леакос Цак, спасибо тоже за рексиры. Спасибо, ребята. Я не взял. Блин, куда мне прыгать-то от них? Он стоит, у меня устал уже. Я на позиции. Ну, кидай тогда. Вон все загорелись. Нет, один. Можно вам пост сделать. Тоже на еде вот тут справа. Мы освободили городок. Да. Вот еда вот здесь, да? Да. Я сейчас сделаю здесь аванпост и откроем сердце. Мы вообще весь город можем осмотреть. Не осмотрено. Можем, да.
Да блин, что такое? Ток. Все, безопасная зона. This outpost is secure. Took me long enough. Jeez. And now that I look around, I got some ideas on how to make it even better. Аванпост готов. Ух, как же долго я с ним провозился. Hell yeah. Тимел. Could be worse. Вы подранили себя. More of the same. Ты чихнул, что ли? Это да. Будь здоров. Только звук-то был. Их! Да не Христа. Я на крыше. Да, мне там не хватает духи. Так, чё, давай осматриваться, чё. Тут такая ящик стоит. А, ну сердце давай разберу, ну, в смысле, открою. Вот такое идёт опять. Ну, смотри, сердце. Когда убиваешь сердце, и все вокруг умирают. Ну, это в этой, в опасной зоне. А я, знаешь, что я недавно смотрел, один парень играл в опасной зоне. Знаешь, сколько у него заражение длилось? 2 часа. А что за заражение? Ну, вот его заразили, у нас 5 минут на то, чтобы тебя это не убили, а у него 2 часа времени игрового. Круто, да? Это что такое? Ты будешь смотреть? Да. Ну, тут хочу посмотреться. Чё? Он сказал, сейчас дикарь? Я ещё хотел сказать, это у него из-за навыков или из-за чистоты? Нет, это из-за того, что зона не кошмарная и не смертельная, а опасная. Такое, так, да? Да, там заражение длится очень долго, ты можешь там бегать, прыгать. Весь пораненный. Это тут нам 5 минут. Это если тебя больше не заденут ни разу. 5 минут в любой момент он превратится в 5 секунд. Да-да, спасибо, Страйкер. Напоминаешь мне. Надо не забывать улучшать вам посты, да. У меня на него не хватает человека, пока у меня. И люди там веселятся на базе в игровой комнате. Приставки играть. Да. Какую-то я там построил. Я тебе говорил, где взять человека. Окей. Равно это, собственно, не понравилось. Так я не помню, что у него за навык. На, посмотри сначала. Поехали, съездим, посмотрим. Столько учебников нашел, механику даже. О, нифига себе, садоводство нашел. А я просто его открыл, чтобы ты глянул. Я все перезабрал, думал, просто стал. А мне оружие отвратительно читал. Вот смотри, такой рюкзак зелененький. Зелененький. Что-то у него как тяжело ему, что ли. Тяжелые ноши. Почему? Что-то много ношу с собой, не помню. Патроны, или что так может весить? 0,9 футов патроны. А, этот. Дробаш 9 футов, 6 футов. 15. А, у него кувалда 15 футов. Почему? Почему он такая тяжелая? Кувалда тяжелая. Ну, что она называется? Тяжелая оружие. Прикольно, Максимилиан, привет. Здравствуй.
Здравствуйте. Ну когда же у меня скрытность-то докачается, уже задолбали. Быстро все искать. Кто-то слышал? Нет, что? Как будто шакал сейчас кричал. Шакал? Угу. Ну я просто в горах слышал, как они кричат. Да может это у меня здесь? Не знаю. Может у тебя там кричат. Я слышал гнилого. Нет, не гнилого. Сейчас его зарублю наш. О, боевой дух оптимизм. Крутяк. Прикольно. Почему мне одного не хватает? Где-то заняты же они чем? Ай, блин. А, нет, холодное засчитали, ладно. Задание. Выполняю, походу. Yo, I got a freak here. Ой, что там происходит? Ты не с клинком там оружием огняляка кидаешься? Мисс Савагексо, спасибо за подписку. И за эликсиры спасибо. Серьезно, знание электричества нужно? Блин. А, просто электричество, блин. Из электричества не могу. Некоторые вещи хорошие делать. У меня есть генератор. А толку? Поставить вот тебе электричество. Да почему ни одного человека-то не хватает? В чем проблема? На работах занято ноль. Чтобы... Надо трех человек, чтобы улучшить. И одного человека, чтобы вот... Чего не хватает, непонятно. Так, что там дальше? Так под контролем. You like that? Пятьдесят восьмой день выживания. I better stay away from the plague zombies. I'm not feeling too good. Гава. Something move? Классно с прокачанной скрытностью все искать. Не, без прокачанной скрытности как все еще. Не, ну я имею в виду нажал.
Я знаю, я тоже самое дело. Вот он. Блин. Вот по выносливо покачаю. Сидики, всем добрый вечер. Привет, Сидики. Привет. Привет. О, Лекси восстановила силу. Да. Не будем заезжать, смотреть этого типа. Кого? А того типа? Давай зайдем. Ну сейчас тут осталось два домика смотреть. Пока ты сможешь тут поразбирать всякую фигню. Это дом, и вот это вот электрофонный. Джалвар, спасибо за подписку. Блин, эвакуационное место. Ни хрена нет. С тяжелой ношей. Почему? Давай посмотрим. Заправка. Нет. Нет. Бля, что-то тяжелое-то. Видать, он реально не выдержит вот этой ноши. Зараза. Удачного стрима. Спасибо, Сидики. Тебе тоже приятного просмотра. Сейчас мы прервемся минут на 5-10, чтобы переключиться на другую игру, так что не убегайте далеко. Розыгрыши продолжатся. Командерс ТВ, всем привет. Привет, Командерс. Просто там розыгрыш на трое еще не завершенный, поэтому... Да, его завершение. Чтобы все могли поучаствовать. Серега, ты тут? Ты меня слышишь? Да, теперь слышу. Да, походу, да, у меня, да. Блин. У меня что-то произошло. Я вышел из этого, короче. Все, блин. Так, мне надо до базы доехать. А чуть... я все равно к тебе не приду, пока у тебя нет. Да фиг его знает. Не перезагрузится этот... Как этот сервер, на который сама играет. То есть это минут 5-7 минимум. Это надо базу сейчас доеду, там нападение через 2 минуты. Но я вряд ли успею до базы, наверное. Видишь, почему? 2 минуты это много времени. Я бы, может, короткий путь нашел, но одному ехать, блин, хреново. Не помню, что куда там ехать. Да, страйкер, я видел, что написал. Так, ну, про, короче, километр, минута 30.
более чем достаточно. Да, должно хватить времени. Будет тут в основном по прямой ехать. А то машина быстро придет. 50 секунд сейчас по серпантину лететь еще. А серпантин не убыл, знаешь. Что будет, если ты не успеешь? Отнимут ресурсы. Они отобьются, но у меня отнимут ресурсы. Двадцать секунд. Четырнадцать секунд. Восемь секунд. Три. Man, that is a lot of zombies. Успел. I don't say this a lot, but yeah, this group's pretty cool. Это было на тоненького. Мне зайти не надо. Если хочешь. Ну к этим поедем, нет? Или все заканчиваем? Как раз персонаж устал. Ну, через... Ты меня не слышишь, да? Слышу, почему? Что? А ну я просто смотрю, у тебя стрим подвис, думаю, что мне. Не, у меня работа, сейчас я смотрю, у меня. Идет стрим. Был момент, когда начался. Ну было, да, там. Луис Р, спасибо за эликсиры. Атака. Тут тип, кстати, по-моему, зовут как-то, по-моему, на русском написано. Потом, да. Пришлось ехать на базу. Yo, great work, everyone. You're all goddamn champion. Да, он апгрейд там постов точно. Почему-то они не хотели его ремонтировать, ну, улучшать он пост. Трое у меня на базе и один бегает. Типа всех трех нельзя задействовать. Ну сейчас я, короче, то завершу. Пойду сейчас на 5 минут 10 отойду и зайду. If I get any sicker, I'll need a bullet to the face. Так, ну что, сегодня будем заканчивать. Спасибо тебе, Страйкер, подсказал. И теперь что там? Плюс одна еда в день, так что пока нормально. Но надо еще один после еды, наверное, искать. Либо ферму ставить, либо гидропонку, которую я не поставлю сейчас, потому что у меня ни воды, ни инфраструктуры, ни электричества, ничего нет. Так, все, давайте посмотрим, что там с розыгрышами. Чтобы уложиться в них. А, тут 6 минут осталось, да, получается? 6 минут до розыгрыша, ну-ну. Давайте поменяем персонажа, будет отдыхать он у нас. Зинка у нас что-то опять захотела там. А, у нее же это задание, получается. Посмотрим, что там с это танковым молотом у нее. Танковый молот же, да.
18 футов весит. Да нафиг он нужен, блин, такой. Так, вот кувалдочка 115, это сколько? 8? Серьезно? Ударная сила, бойная сила маленькая. Так, блин. У него ударная чуть меньше, но он весит 8. Вот с этим надо бегать. И гон, да, он даже у меня есть. Крутяк, крутяк. Так. Будем и дальше обломки разбирать. Так, а сколько там розыгрыш машин будет? Машин через 21 минуту. Ну, как раз машин мы разыграем уже на следующей игре. Там 71 человек присоединился к розыгрышу. А на 100 эликсиров у нас всего 8 человек присоединились. У вас еще есть возможность. Там надо 5 эликсиров потратить, и будет возможность выиграть 100 эликсиров. Что, сын Утина? А, сын Путина? Сын Утина, говорю. Так, ладно. А, это этот, с кирпичами молот. Вот прикольный, кстати, его надо, наверное, использовать. Где этот автомат у нас? Тут есть вариант нормально как бы затариться. А то, блин, он постоянно, ну, из-за вот этой штуки, из-за веса, да, у него была тяжелая ноша. Надо вот этот, короче, наборчик таскать с собой, а не просто так там бегать. Ну, он вообще налегке, офигеть. А, подождите, налегке, сейчас еще, я еще ствол даже не взял. А мы арбалет сейчас повесим. Многозарядный, или что у нас есть тут, вот это. Ну, все уже, да. Что у нас тут происходит? Давайте съезжу, пока... Все-таки, да? Посмотрим, кто... Сегодня у нас два супермодератора канала, Маша и Нуну, разыграли на двоих 900 эликсиров. Ну, еще не разыграли, еще разыграли, они в розыгрыше еще. Города в доме. Слишком далеко, блин. Это в следующий раз выполним это задание. Веселиться, да? Так. Хватит мне бензина. Sticking around here too long would not be smart. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Наехал я, блин. Семисветик, спасибо за рексеры. Маша. И появилась. Ну, там в лесу в каком-то. Хотя, чтобы я нашел. Я тут уже доигрываю, жду розыгрыш этого Ну-ну. И сейчас переключимся на другой стрим, и там уже твой розыгрыш, итог твоего розыгрыша подведем, так скажем. А, чего? Ты долбанный джиггернаут, блин. Разгончик побольше возьмем сейчас. Он куда еще бежит, там меня, да, тоже выхватывает. Дикарь помирал, да? Посмотрим, что тут у нас есть. Found it. Три средневековых оружия. Нифига, задание классное. Еще 200 ульянец, это дали, круто. Ай-яй-яй, сегодня вот у нас кроши, ну-ну, победили. Поставили ксероферы. Ну-ну-ну, короче, забрала свой розыгрыш, по сути, половину его. А надо было участвовать. Да, домашнее производство я не буду делать пока. Все, едем на базу, сохраняемся. И Маша, через минут 10 заходи, увидишь, кто победил в твоем розыгрыше. Там как раз минут 15 останется до его розыгрыша, или 10. И мы посмотрим. Да, да, поздравляем Кроша и Ну-Ну. Круговорот эликсира в природе у нас сейчас. Плохо поиграли. Напоминаем, переехали на новую карту, развиваем сообщество сейчас. У нас вот Зина тут взялась за молот. Янет, спасибо за эликсиры. Не уходите далеко, через минут 10-15 начнется новый стрим. По калибру. Будем дальше пропуск боевой делать. Уж очень там много времени упустили. Через 14 минут, получается, розыгрыш завершится, Маша. На 700 эликсиров, которые... И я думаю... Что мы... Через 5-7 минут зайду, чтобы там время осталось. И узнаем, кто победил. А за стрим всем спасибо. Огромное спасибо за поддержку. Отдельно вот там Маши с Ну-Ну, потому что два супермодератора у них теперь, которые разыграли сегодня кучу эликсиров. Спасибо вам большое за такую поддержку крутую. Вот. Всем, кто поучаствовал, также спасибо. Еще раз поздравляю победителя розыгрыша. У нас в предыдущем розыгрыше вот сейчас выиграл Крош и Ну-Ну. А до этого у нас выиграли, который я ставил. Так, а я что ставил-то? Блин, а я не вижу. А, вот он. Там старшина, Лексист, Крош и Зирекс. Вот, выиграли. Так что вот так.
Всем спасибо еще раз за поддержку. Всем пока и увидимся буквально очень скоро. Спасибо за ману. Да, круто. Спасибо большое за ману. Увидимся на стриме по Калибру через минут 5-10. И там мы запустим ракету как раз-таки. Узнаем, кто победил в розыгрыше на 700 эликсиров. А вы можете пока оставаться в чате и поучаствовать в этом розыгрыше. Ну что ж, через 10 минут ждем новый стрим.